Челябинской области в этом году построят 73 километра новых дорог и отремонтируют 116 километров уже существующих. На финансирование дорожных работ в областном бюджете предусмотрено в полтора раза больше денег, чем год назад. Работы начнутся, когда прогреется грунт. Планируется в 2016 году ввести и построить новых автомобильных дорог 73 километра и отремонтировать 116 километров автомобильных дорог. Речь идет о региональных и межмуниципальных дорогах. На их ремонт в этом году заложено 2 миллиарда 600 миллионов рублей. 4,5 миллиарда потратят на текущее содержание трасс, еще 1 800 миллионов вложат в строительство и реконструкцию. Добавлю, что ранее сообщалось о планах на ямочный и средний ремонт дорог в Челябинске. Им будет охвачено около 1 000 000 квадратных метров покрытия. Потратят на это 700 миллионов рублей.